описываемые события являются вымыслом. Любое совпадение с реальными людьми случайно. Ни в коем случае не повторяйте. Приятного просмотра. Недостроенная общеобразовательная школа с номером 45. Почему этот проект не могут закончить строить уже не первый десяток лет? Я принял решение, я увольняюсь. Не верите? Езжайте сами и убедитесь сами самостоятельно. Связано ли это с легендой о доме ведьмы, на месте которого сейчас построили эту школу? Действительно ли обыкновенные на первый взгляд бетонные стены могут навеивать чувство страха и холода? А также желание как можно быстрее покинуть это место. Больше никогда сюда не возвращаться. Всем привет, ребят! Вы находитесь на канале Manifest Channel, и сегодня мы с моей командой поднимем все мифы и легенды об этом месте. Ну и, конечно же, посетим лично эту школу и проведем там целую ночь. А также, друзья, пока мы едем, я вас очень сильно хочу попросить, чтобы вы не забыли подписаться на наш канал Manifest Channel, поставить лайк этому видео и написать какой-то приятный комментарий. Ну что, пацаны, вот мы и приехали. Слушайте, ну выглядит она со стороны просто как обычная заброшенная школа, тут даже окна стоят. Ну, не знаю, как пацанам, но мне сейчас очень жутко. Погнали. Ну, вообще, это очень такое неприятное место. Атмосфера там от холода аж страшно становится. Вот ближе подходишь, просто холод и страх. Тут на этапе строительства стояли контейнеры, жилые. Но зная о том, что творится на стройке, никто не решался оставаться на ночь. Все старались как можно быстрее уехать. Так, в общем... Ребята, дождались мы полной темноты. Пока вот так вот светлело, мы с ребятами обошли всю территорию. И вроде как бы охраны никакой нет, это вроде. Поэтому сейчас будем пробираться внутрь. Как говорится, тише едешь, дальше будешь. Ну все, погнали. Все, давайте. Сейчас фонарь найду. Тихо, не светите фонарями. Юр, не пугай собаку, пошли. Пацаны, слышите? Я вообще не верю в всю эту чертовщину, все эти паранормальные явления, призраков. Но сколько несчастных случаев тогда произошло, я за свою практику нигде не встречал. Слышал? Да. Не похоже на птицу. Там внизу что-то было. Это, может, собака какая-то? Тогда стрёмно. Ладно, давай быстрее поищем вход давайте внутрь. Давайте внутрь пошли. Блядь, аккуратно, смотрите, тут кирпичи валиваются. Ух ты, блин.
Ой, два окна нету. Где? Ой, смотри, видишь, два окна нету. Или есть? Да не, не, нету, наверху нету. А-а-а. Мы туда точно не залезем. Не, мы тут не спустим. Там еще один уже. Давай, давай. Попробуй. Попробую вырвать. Ага. Оно вообще открыто. Да, заколочено. Оно даже не заколочено. Так, друзья, мы сейчас уже находимся вот в школе. Смотри, примерно по расположению этот дом находился на восточной стороне. Мы сейчас идем по западной. Нам надо перейти на ту сторону. Ну, предположение, что дух появляется именно там. Сейчас перейдем в другое крыло и там будем смотреть. Да, Витат, а почему она не может типа по всей школе? Ну, потому что у нее дом находился именно в восточной стороне. И вот где дом находился, в той части, вот дух только там и находится. Слышал? Все же слышали, да? Да. Я не знаю. Ну, посмотрим. А, слышишь, ведьма? Так, а из-за чего вообще ведьма может, ну, беспокоить людей? Ну, смотри, по старому поверью народному, если ведьма умирает, односельчане или там не родственники. Ты слышишь? Тихо, тихо, тихо. Иди сюда. Ребят, вот именно в этот момент, как Витя начал рассказывать, я не знаю, это просто либо в течение обстоятельств, но вот как Витя начал рассказывать вот про ведьму, и просто в одну секунду вот так вот начинаются какие-то и просто стуки. И это, ну, это точно, я не могу просто объяснить, что это стук. Замрите. Ребят, Вы тупо это все слышали, я уверен. Я не знаю, слышно было это так хорошо, как слышали это мы. Возможно, камера не передаст это, сам этот звук. Потому что что-то уже не хочется, если сейчас мне подойти. Я не знаю, ребята. Это где-то там. А ну. Пошли посмотрим. Блин, что-то возьму. Пошли посмотрим. Я то не пойду, пацаны. Видит. Давай вместе держаться. У меня руки дрожит. Да. Капец. Ты как? У меня реально руки дрожат. Это пипец.
должно произойти? Ну, там точно не описано, но мы должны почувствовать. Свети фонарем. Здесь? Что это было? Вы видели? Да.